Привет всем, давайте посмотрим, что у нас будет с Юрием. Юрий Васильевич Бездудный. С Юрием что у нас будет? Я так понимаю, он у нас губернатор сейчас стал, да? Сейчас, секунду. Скажу точно, кто он у нас? Губернатор протестных регионов. Протестный регион. По итогам открытого голосования. Опять дама крестовая выпадает. По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич. То есть он там что-то у нас был за слияние двух округов. Сейчас, секунду. Все равно помешать надо. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа НАО определилось с главой региона. В результате голосования губернатором избран в РИО главы округа Юрий Бездудный. Юрий Бездудный известен как один из инициаторов слияния Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Архангельск. О, протестный регион. Однако идея вызвала у жителей НАО неприятие. В регионе начались протесты. В итоге главы Архангельской области и округа решили вместо объединения регионов усилить их экономическую интеграцию. Все равно объединят. Гадать на это бесполезно. Мне интересно, вот Юрий Бездудный. Так, видите, я его вижу. Вот он у нас пусть будет королем. 51 год. Нормально. Это Юрий. Карты, скажите, что с ним будет, что с ним случится. Основные ключевые события с Юрием Бездудным, которые произойдут до конца 2020 года. Карты, скажите. Юрий Бездудный. Член Единой России. Юрий Бездудный. Юрий Васильевич Бездудный. Сейчас посмотрим, что это у нас за человек такой. Так, ключевые события с Юрием до конца 2020 года. Карты, скажите. И то, что будет у него на душе, то, что будет преобладать в его делах, к чему он будет стремиться. Девяточка падает ударная. Обида, разочарование, ссоры, обман, разрыв любовных отношений. Разрыв отношений каких бы то ни было, приятельских, дружеских. Ударная карта. Так, больше мне не нужен. Так, получается, ударная карта падает на него. Он будет нервничать. Тут нервы падают больше. Нервы, нервы, нервы.
Причем нервы идут и снизу, да, его будут давить почему-то, и сверху. Между молотом и наковальней как будто оказался. Может, он пока этого не знает. С него требовать будут. Нервы. Так. События. Семерка в окружении крестового вольта и крестового туза. Вот так брать, это придумать, откуда еще взять деньги. Новые источники для взятия денег. Вот это выпадает. Валет и дама. Пожилые люди. Пожилые люди. Новый источник дохода. Он придумает новые источники дохода, либо ему скажут, как сделать новый источник дохода. Новые источники дохода. Чтоб, наверное, пополнить казну, я так понимаю. Пополнить казну. Пополнить казну. Пополнить казну. Я здесь вижу более ничего. Что-то связанное с пожилыми людьми. Что-то связано с... пенсионерами. А, так, далее, что у нас идет? Восьмер, все червы. Жена его падает, что ли? Сейчас посмотрю. Если отдельно рассматривать, то вот эта жена падает. Если она у него есть. Ну, дама его падает. Если вместе рассматривать вот карты, вот это, он где-то обманется. Где-то прокол у него будет, если вместе рассматривать. Не знаю, женат он или нет. Короче говоря, где-то он обманется. Я не знаю, где именно. Чего-то он будет вот такого ожидать. Отдачи, может быть, там, не знаю, что-нибудь еще, чего-нибудь еще. Вот как будто бы... как будто бы ничего не будет. Может, ему что-то пообещали.
за эту должность, там, за работу, пообещают, как будто бы ничего не будет. Или будет, но не так много, как он хотел. Выхлопа не будет, как сказать-то. Обманется где-то. Если вместе рассматривать 8 и даму. Если отдельно рассматривать вот так, то его дама падает. Какие-то встречи с ней будут. Если он женатый. Женатый, если есть кто-нибудь у него. А так, если вместе рассматривать, то как будто бы он обманется. Он вот чего-то будет хотеть. Чего-то вот будет хотеть. Прямо вот хотеть. Желать. И обманется. Именно связанное с работой. Я не буду выбирать временные отрезки. Просто до конца года. Новые источники дохода. Какой-то, я не знаю, обман у него идет. Именно вот его должны обмануть. Как-то вот, не знаю, нету вот выхлопа. Надежды вроде у него были. А потом раз ему скажут, а вот нет. Вот никак. Где-то у него обман будет. Причем он очень сильно расстроится. Связанное с работой. С работой связанное. И одновременно у него идут встречи, как будто бы с женщиной какой-то. Причем женщина его. Может, семьянин он. Я не знаю. Может, семьянин. Так, далее, что у нас тут падает? А, шестерка. Шестерка, пик в середине. Ну, конечно, он нервничает. Ему, наверное, задачу поставили непосильную. Что-то так кажется. Кто тебе поставил непосильную задачу? Почему-то червы у него все падают. Червы. Как будто бы он мягкий человек. Вот он мягкий человек. Вот ему скажут, а он делает. Скажут, а он делает. Разговоры какие-то падают. Разговоры, общение, разговоры, общение. Ну, дел я тут почему-то не вижу. Вот новые источники дохода. Все. Переживания есть. Так, а наконец, не наконец года. 6 пик в середине. Для него падает какой-то плохой знакомый, новый знакомый, черный плохой. Но это, скорее всего, наконец будет падать плохой черный знакомый какой-то, не знаю. Темный человек для него. И разрыв какой-то падает. От этого человека какой-то разрыв будет. Новое плохое знакомство. Вот так. Плохой черный человек. Для него черный человек падает. Нет, как тень какая-то. Черный человек. Это потом будет, вот как будто потом, конец года, вот когда-то тогда, когда у него обман надежд, вот обман того, что он хотел, будет, у него будет какое-то уныние. Потом человек падает.
какой-то новый человек. И человек не из его округа. Дорога. Не из его округа. Вот так вот. Не из его. Человек несет ему какой-то разрыв. Разрыв, потерю, неудачу. Как-то он несет ему что-то прямо как в руках. Новый знакомый несет неудачу. Вот так вот карты читаются. Вместе. И одновременно тут темная дорога. Если активно рассматривать, человек как будто бы откуда-то приедет. Тайно или внезапно. Как будто бы. Ну вот так вот. Новые источники дохода. Какой-то обман в надежде получить что-то. И новый знакомый, который нанесет, можно сказать, удар. Вот разрыв чего-то. Как будто бы придет, и вот то ли ругаться будет, то ли я не знаю. Несет что-то плохое. Новый темный человек. Но это не сейчас, это как будто бы идет вот потом. Тогда вот потом. Конец года, может быть, конец осени. Вот как-то так. Новый человек, новый человек. Какой-то новый, да. Новый человек, допустим. Разговоры. Какие-то разговоры будут. Вот у него от этого нового человека, вот он абсолютно новый. Молодой, новый, наивный. Он не оттуда. И у него идут какие-то ссоры, восьмерка. Ссора с человеком идет. Человек моложе его. До 40 или 40 с небольшим. Человек новый. Это потом будет, вот потом. Это не сейчас будет. Может, даже начало следующего года. А девятка пик. Это просто нервы. Что-то связано с финансами. С финансами, с деньгами. Девятка пик. Какие-то еще от короля какая-то. Это король падает еще. 9 пик. Король денежный человек. Может, разочарование от короля. Ой, бубен, бубен. Может, разочарование будет от короля бубен. Все, мне больше нечего сказать. Спасибо. Там, как говорится, подписка лайк. Ну или дизлайк, как хотите. Оставляйте комментарии. Спасибо.